В Смоленске сгорело два автомобиля. Возгорание произошло на территории неохраняемой стоянки на улице Николаева, 79. Черный дым быстро распространился по округе. На место прибыли пожарные, скорая и полиция. Оказалось, что вспыхнула старая «Ауди», которая, по словам жильцов окрестных домов, стояла на этой территории давно. Автомобиль выгорел полностью, а пламя перебросилось и на соседнюю «Митсубиши». У этой машины поврежден задний бампер и моторный отсек. Причина и ущерб пожара устанавливаются.